Сейчас, дорогие друзья, мы находимся на похоронах Елены в Нагольне. Очень все прискорбно из-за того, что в такое трудное время погибают волонтеры. Леночка очень много сделала для людей, живущих на поселке. Помогала женщинам, детям, старикам. Никогда не оставалась в стороне и всегда первая шла на помощь. Сегодня ее похороны, и пусть земля будет и пухом, и Царствие Небесное. Вот это.